Аппетиты платежных терминалов ограничат. Как пишет российская газета, для оплаты мобильной связи, услуг ЖКХ, интернета ведут фиксированную комиссию в 3%. Законопроект внесен в Госдуму. Планируется, что его рассмотрят и примут в течение весенней сессии. Ограничения касаются платежных агентов. К ним относятся терминалы, почтовые отделения, салоны сотовой связи, то есть все, кто переводит платежи, но не является банком. Сейчас средняя комиссия платежных терминалов составляет 8%. В некоторых случаях доходит и до 10%. Стоит отметить, что оборот этого сегмента рынка в целом по России в 2013 году составил около триллиона рублей, показав рост на 22% по сравнению с предыдущим годом. А комиссия, заработанная владельцами платежных терминалов, составила в прошлом году около 60 миллиардов рублей.